Привет! Многие из вас просили меня выложить Trials of My Mess... Блин, Trials of My Messens от моего лица. В принципе, конечно, мы записывали с учетом того, что Useless будет выкладывать, а не я. Но раз многие из вас очень уж просили меня выложить, я выложу прямо сразу все целиком. И надеюсь, что вам этот ролик понравится. Если вам понравится, то, конечно, не забудьте лайкнуть и прочее. Но, наверное, я замолкаю и просто дам вам... смотреть. А, здесь написано правила у нас какие-то. Так. Нам сказано, что мы должны играть на peaceful моде, то есть без монстров. Мы не должны телепортировать друг друга. И не ломать блоки. Совсем ничего не ломать, да, абсолютно. Ладно, давай посмотрим. Тут у нас какое-то золото и карты находятся. Можно карты использовать, но к чему они, непонятно. Ну, возьми три. Я одну карту возьму, а ты три. Слушай, что-то написано. Я не могу открыть. Офигеть. Ты не можешь открывать? Я могу открыть. А, я знаю, почему ты не можешь открывать. Сейчас я тебя опну. Ты не опный. Я даже выйти отсюда не мог, кстати. Ну-ка, попробуй. Журнал оп. О, открыл. А я ничего не вижу в этом. Короче, тут на картах... Я не вижу карт. The Minecraft History. Потому что я все взял. Читать отсюда, смотри. Вот, я то, что показываю. Я не вижу, как я могу читать. Ты видишь, что здесь написано? Нет. Смотри. Смотри, какая интересная. Так, я сейчас... Хватит издеваться надо мной, я ничего не вижу. Ship's log. Finally reached the... Fuck the shit. Держи, прочитай это. Before Johnny... Так, ты его взял, брат. Так. Ей. Мап 1, я ничего не вижу, все, что там что-то должно написано по поводу того, что... А, вот, тут написано на второй странице. Че на первой? Просто у меня там как-то странно очень все взято. Minds was a history. Так, сейчас появляется что-то. Давай-ка ты будешь почиком. Я пока проведаю, что у нас там происходит. Ты мне скажи, что в чем дело. Один маленький остров. В общем, мы 9 дней путешествовали, у нас кончилась провизия, и наконец-то мы нашли место, где мы могли бы остановиться. Теперь нам нужно найти, где вы могли поспать. Черт, нифига себе, ты мне страницу давал. Читай. Ну, так, это первое. А вторая говорит, что... Так, нет, это вот не то. История какая-то масонов, только Майн Мессенс, я так понимаю. Да, то есть майнкрафтные масоны. Что-то секретное общество, которое... Блин, я не могу так быстро переводить. В общем, нет, переводи, я пока посмотрю, легенды гласят, что... Тут, в общем, про легенду Майн Мессенс, и ничего такого важного нет. Важного нет. Короче, ладно, я понял тебя. Потом еще там есть какие-нибудь задания, упоминания в других картах? Дай-ка, ну-ка, посмотрим. Да, интересно. В общем, тут говорится, что их существование — это миф. Так. Я сейчас здесь все выкину обратно. The Controllers from the Shadows. Today, however, their existence has been proven a myth. Что-то там нарисованное очень странно. А, то есть эти камни говорят о том, что там у нас живут майя. The Legend of the Mayans. Да, так. Я думаю, нам нужно следовать вдоль камней. Слушай, а книжка для чего? Книжку можно прочитать? Какую книжку? Вот эту, вот. Ты мне ее давал? Нет, я ее давал, но ее, может быть, ее можно как-то прочитать? Ты мне, ее не давал, по-моему. Ну, ладно. Вот она. Я ее кидаю туда-сюда. Ну, может быть, это в новом апдейте. Я просто знаю, что книжки теперь можно читать. Но, да, но я почему-то эту не могу прочитать. Я нажимаю правую кнопку мыши, ничего. Ну, может быть, это не так важно. Я не знаю, к чему нам, кстати, 5 золотых. Так, ну, 5 нам золотых? Нужно... Да, 5 блоков, маленьких, не блоков даже. Может, нам нужно будет пожертвовать их Майн Мессенам, которые тут живут. Да, оставить. Ну, идем тогда по этим дорожкам. Тут нам... развилка уже сразу же. Здесь уже более-менее как-то все слажено. Не так разрушено. О, мы нашли, кажется. Нет. Ты где-то нет? Сзади? Да, я за тебя иду. Погоди, здесь, возможно, войти можно. Да, здесь что-то написано. Elderman's Inn. Причем не Enderman's, а Elderman's Inn. Inn что? Inn. In the butt. А, смотри, здесь развилка. Здесь есть несколько развилок. Я говорю же, что тут есть развилки. Нам нужно, наверное, идти туда. Стой, сейчас... Я пойду по-быстрому гляну. Нам бы еще еды. Так, в общем, что... там какая-то гостиница. Вот. Гостиница? Ну, ин переводится как гостиница. А, как гостиница? Я слышу волка. Так, я не вижу волка. Я тебя это не вижу. Я знаю, я пока убежал стоял. Тебя. Я сейчас прибегу. Стой на месте, стой на месте, стой у того перекрестка. Ну, я уже чуточку дальше прошел.
Давай, я вижу тебя, пойдем. Я думаю, что лучше идти вдоль этой дороги, и тут будет где-то разрушенная гостиница какая-нибудь. Или вход. Но наше задание первым было поспать найти. Ну вот в гостинице, скорее всего, и можно будет поспать. Может, я нашел вход, я нашел вход. Я иду за тобой. За лианами. Смотри, как тут клево. Вау, класс. Даже но вода все разрушено. Капает. Мне это знаешь, что напоминает? Хребты безумия, как будто. Или Прометей, чертов. Главное, нам чего-нибудь не найти плохого. Так. Тут какая-то табличка впереди. Что-то написано. Unsafe, no entry. Туда не входить, unsafe. Причем это с другой стороны написано. Это, видимо, сюда не входить. Но это не было так уж опасно, мне кажется. Да, и чего тут не... О, смотри, какая тут гостиница крутая. Alderman's Inn, мы зашли. Как нам сюда зайти? Придется это вход. Вау, это дверца такая. Собачка! Собачка! Смотри, житель! А чья это собака? Это житель? Нет, это собачка. Это может его собака. Здравствуйте, вы... Может, мне ему золото дать? Я знаю, что в новой версии есть торговля, но это не совсем... Я его выкинул из этой гостиницы. Ой, вон он вернулся. Как ты это делаешь? Я очень влиятельный. Я могу давить на людей. Я сделал вам предложение, от которого... Смотри. Дашь нам еды? Хуел, бери. Если ты нам не дашь, то мы тебе дадим, и далеко не еды. Я теперь собрать это дерьмо не могу. Надо его вытолкать. Иди отсюда. Нам блоки собака нельзя. Собака, оставайся. Если нам вдруг понадобится, а если это золото действительно пропадет, что будет? Нам что-то приготовить. If you wanna leave, go with me, dog. Я её сейчас в кишку засуну. Уже его хоть столкнуть? Мы тебя приготовим, dog. What's up, dog? Давай, пёс. Нет! Она превратилась в свинью! Держи, спасайся! Нет! Пёсик! Давай его спасать, как нет! Я взял золото! Еп! Отлично! Теперь как мы четвертое заберем? Ладно, fuck the shit! Я сломаю блок, но чтобы взять золото, извините. Поставь блок обратно. Приготовление зелья. Я нашел еще одну карту. Как будто это мусорка. Так, я возьму себе одну. Может быть, нам стоит поспать? Вау, смотри, как прикольно тут. Папкин. О, чувака можно, говорят. Got any spare beds to sleep in? Новое аниме. Можно с ним поговорить, смотри, тут можно выбрать диалог, и первый говорит, что у вас есть кровати, чтобы поспать, а вторая говорит, вы знаете что-нибудь, как бы перевести получше? In the area. Ну, вы знаете, что произошло в этой территории, как-то так? Нет, про масонов тут, да. Про масонов? Mind Masons. Надо как-то их назвать, только по-своему, Mind Masons. Типа... Масоны. Шахтасоны. А потому что уже на улице ночь. Да, и тогда, все. Да, и идем за грибами. Все, я уснул. Я тоже. Бац, пошли дальше. У меня завтрак. Ням-ням-ням-ням. Здесь даже еды не дают. Причем, знаешь, если мы сейчас с голоду... мы не можем с голоду, потому что здесь нету монстров, как я понял. Поэтому мы можем день и ночь все, что хотим делать. Ладно, пока, это ребят... тот мужик, смотри, это тот мужик, который, наверное, услышал наш разговор. Или нет? Нет, тот мужик стоял прямо слева от нас, но он потом исчез. Да? Как? Да. Я возвращаюсь, смотрю, его нет. Я такой, кстати, тут есть... Вот это? А что там есть? К чему она нужна, я не пойму. А я уже одну взял. Ну ладно, вторую. Ладно, пойдем как-нибудь так, вместе с следуем за грибами. Хотя... Вот грибы. Я нашел один гриб уже. Странно. Я иду за тобой. Погоди, не стой, не, я так не теряю. Я никуда не иду. Вот. Гриб. Один гриб есть. Второй. Вау, тут дофига. И идем тогда за ними. О, на самом деле. У меня деле, не продрушенный чан. Карта нравится тем, что она уже. Она такая разнообразная, и я таких карт до этого не видел. Может быть, конечно, есть лучшие карты, но это действительно клево сделано. Пойдем. Слушай, у меня тут не прогруженные чанки, я сейчас улечу. Походу. Перезаходи. Сейчас, тогда по-быстрому. Я пока посмотрю, что у нас здесь. Ну, здесь обычные фонтаны, нам нужно дальше как-то проходить потихоньку. Мне кажется, этот парень нас в конечном счете подставит, потому что постоянно такие переговоры тех, кто слушает. Следы за грибами, это никогда не приводит ни к чему хорошему. Ни к чему хорошему, и причем в свою выгоду наверняка он нас будет использовать или заведет в такую жопень, что пригрохнет нас и возьмет наши трупы и сделает что-нибудь с ним, не знаю, изнасилует и выкинет в море ближайшее. Это я оптимист, я смотрю. Да.
Я всегда оптимист. Но мы же выживем. У нас все, с нами все хорошо будет. Нам мы же можем перезагрузить и просто... Да, и просто загрузить карту. И все. И начать рушить блоки и мстить ему. Это знаешь, что напоминает? Немного напоминает вот здесь вот старый Стармир, который первый начинался, чем-то берег. Блин, да. Куда же мы пришли? Ты я не там? Знаю, мы все еще идем за грибами, и я бы не сказал, что это неподалеку. Сюда мы ага. Вон там дофига грибов. А, вон еще, да, я иду за тобой. Я решил и... на спринт перейти. Так. Банихопы поскорее. Ну да, мы же профессионалы, смотри, тут пещера. Грибы завели нас в пещеру. А, я иду к тебе, вау. Тут есть свет. Тут есть фонари, факела. Че, может, возьмем этот факел или нет? Факел который? Возьми... А, нет, тут еще подсвечено, нормально. Отлично, просто... О, жаль, он стоит тут! Факел. О, привет! Быстро ты переместился, пойдем. Я тогда пройду с этой стороны, подпрыгну. Бро, эй, привет. Привет! Здравствуй. Why что? Did you bring me here? Зачем ты меня сюда привел? Жми. Зачем? Tell me now. Вау, вау, блин, взял. И теперь я не знаю, какая из этих карт та, которая нам нужна. Так, because we have trusted one another, your first try will... Держи, Гагатун. Я буду выкидывать истраченные. Hello again, must people today think... Я тебе сейчас кинул одну из них. Так, да, ты мне кинул третью. Окей, okay. Hello again, must people today think the Masons are no more than a children's story. Так, это не то. Кинь hello мне с самого again. Начала, может быть. Может быть вот это, и... Ты that кинул? You have what может, it takes не... to join our ranks. А. Держи, вот это тоже. И все, вроде больше никакие. Так, так, да, там первое, вообще не читай первое. Привет снова. Многие людей думают, что маймасоны это всего лишь история для детей. Но они ошибаются. Мы существуем. И когда я увидел тебя в прошлой ночью, я почувствовал, так, вторая страница, что ты можешь, возможно, у тебя есть то, что нам нужно. В общем, дальше серия испытаний, которую ты должен закончить, чтобы показать, что ты достоин. В общем, закончи первые испытания и так далее, и тогда мы поверим тебе. Хорошо. Прыгай в центр лавы написано. Да фак, ты чё, ебанулся, что ли? Хочешь нам прочитай? Заканчивается. Заканчивается тем, что... Jump into the center of the lava. Да иди ты нахер, забирай свою карту в жопу, придурок. Эй, пошел в жопу, все, к черту это дерьмо. У меня вот книжка до сих пор. Кстати, я кидаю и вижу, что она кое-где сгорает, а кое-где не сгорает. Поэтому, возможно... Нет, тут он... Или она везде сгорает? Везде сгорает. У меня есть чувство, что мы успеем проплыть. Давай мы надаем просто по лицу и все. Че у тебя делать будет? Нас не примут в этот клан. Ладно, я прыгаю в центр лавы. Была не была. О боже мой! Окей, все, я живой. За это масс убил, что теперь с ним будет? Да ладно, он не обиделся, он все понимает. Так, ну мы пришли в какой-то зал интересный. Я посмотрю, что у нас здесь было. Тут сундук. Здесь очень красиво. Давай. Круто! Это открывай, знаешь, это крещение огнем опять. Вот здесь музыка. Через огонь и воду, и медные трубы осталось. Far. У тебя играет, да? Угу. Тут ничего больше нету, только я знаю, что нам нельзя смотреть, трогать блоки, но я уверен, что нам сюда нужно идти. Да, я тоже так думаю. А стой, нет, не ломай! Не ломай, поставь его обратно. Нам нельзя их ломать. Я его поставлю. Кинь мне, я поставлю. А вот, все. Смотри, видишь сверху кнопка? А. Давай, окей. Тебя. Я подстанусь, а ты подпрыгнешь. Давай. Все, отлично. Идем. Здесь еще одна кнопка. Я боюсь ее нажимать, но не могу. Сейчас буду падать, сейчас будут какие-то испытания начнутся. Я нажал. Я под себя побежал! У меня такое чувство, что сейчас она просто-напросто начнется. Не, ничего не происходит. Да, ничего не происходит. Я думал, то сейчас лед начнет падать или еще что-то таить. Может оно и к лучшему, а нет, возможно, здесь золотые блоки, ничего не закрыто. Нам нужно где-то кнопку нам найти нужно, среди. Нам нужно было что-то нажать, и что-то происходило, и мы успели добежать. Но почему-то эффекта не произошло. Да, совсем. Ладно, попробуй еще раз нажать. Давай. Так. Я нажал. Ворота не открываются спереди. Может что-то внизу находится? А, открылись! Вон, все. Так, давай решим. Скорее, ты бежишь? Да, бежит. Они закрылись. А, я понял, давай, встань тогда. Давай, тогда давай, я тебе просто нажму и все. Я тут, можешь открывать. Нажал. Так.
Они, видно, энергия пока электричество. Да, во, все, я открылся, я зашел. Давай. А у тебя да нет никакой кнопки? Activate checkpoint. The checkpoint is working even though no doors will open up. Я сейчас активирую чекпоинт. Окей, я жду. Или нет, или не стоит. Я активировал чекпоинт. Короче, знаешь, что тебе сейчас нужно сделать? Я прокопаю свои. Стой. Смотри, беги обратно, нажми на кнопку и сразу же несись к двери. Ты должен успеть, по идее. А, типа оно специально так тормозит, чтобы мы пробежали. Да, чтобы ты успел пробежать. Но чекпоинт активировал вроде как. Ну, это странно. Так, ладно, сейчас. Беги. Давай. The checkpoint is working in the no doors. Я как настоящий тюремщик прокопал своей своей тарелочкой прокопаю себе путь. Не он усе. Сейчас. Через любую секунду. Так. Зато у нас больше будет золота, чтобы. А нет, у нас не будет золота. Не, мы можем его вроде как это собрать. Ну ладно, пойдем. А, нет, нельзя, его нужно, да. Его нужно загребать. Так, ну что, здесь есть какая-то кнопка, здесь куча порталов и есть ботинки от падания. Я, наверное, одну ботиночку возьму. Там нету никакого описания, что нам нужно делать. Тут... Нет, тут есть только чекпоинт, но к чему он, чекпоинт непонятно. Чекпоинт активировал. Смотри, что здесь, вот, the checkpoint is working even though no doors will open up. Что это значит? То есть я, в принципе, понял, но я, в принципе, не понял. Попробуй нажать на кнопку. Чекпоинт будет работать, даже если двери не откроются, насколько понял. Так, вот эту кнопку я нашел. И открылись вот эти фигни. И сейчас они закроются. А, нам нужно, видимо, паркурить. Да, паркурить, причем очень сильно. И причем нам нужно использовать эндерменовские эти штуки, кидать их и телепортироваться. Ты же умеешь им телепортироваться, да? Здесь можно новую музыку включить, кстати. Так, ладно, я чекпоинт. Как им телепортироваться? Тебе вот нужно вот на эти блоки кидать. Возьми тогда по половинке себе. Я, наверное, еще ботинки возьму. Бери все. Я нажимаю кнопку, ты кидаешь, и мы телепортируемся туда. Я попробую сейчас это нажать. Так, стой, я вначале одену ботинки, которые что-то должны мне дать. Слушай, как что-то открылось. Ну ладно. Ты одел? Так, стой. Сейчас ботинки. Какие-то странные ботинки. Даймондовые ботинки, которые так забавно светятся. Так, я запускаю тогда диск. Нажимаем кнопку и сразу же прыгаем. Все, я запустил. Нажимаю. Кидаем. Я переместился. Оу, я в чате переместился и упал. О боже, я успел. Ты успеешь как-то? Блять, я на кнопку прыгнул. Я буду живой. Нажимать и телепортироваться. Давай. Где оно открылось? Оу. Вот. Успел? Ау. Ай! Класс! Еще раз. Ну это прикольно, но это хардкор какой. Давай, наверное, ты первый. Давай я буду тебе нажимать, а ты будешь прыгать, и потом уже сам. А потом я буду идти. Давай ты сейчас по первым пойдешь. Прыгай. Ну, я давай. Нажимаю. Прыгай. Так. Прыгай. Нажимай кнопку сразу. Ай! Вау. Успел? Дай. Успел! Ха-ха, жми! А, вау! Ау! Там не было кнопки, по-моему, я ее не увидел, потому что нам я не успел. Нужно было на самый верх уже закидывать. Еще раз пробуй, давай. Потому что они долетают, но... Вау, я в стену телепортировался. Ой. Я у меня отнялись жизни, но они быстро остановились, потому что это... Peaceful. Да, peaceful. Все. Давай. Так. Жми. Так. Жми. Вау, я на кнопку телепортировался. Ну как ты там? Я на кнопку телепортировался и... А, вот. Я, по-моему, телепортировался. Я на самом верху, да. На верху. Хорошо, я иду к тебе. Так, есть... Кнопка еще одна. Блин! О, блядь! Окей, я сейчас еще раз буду переигрывать. Сделал, прыгнул, нажал. О, фак! А ты не сможешь с самого начала телепортироваться ко мне сюда? Давай, детка. Ну жми. Здесь нету кнопки. Нет, тут нету кнопки. Ты не появился? Я появился прямо перед тобой, но он неправильно упал. Пробую еще раз. Мне лучше не стоять до края, чтобы ты не упал. Так, есть. Давай. Так.
Я должен... Вау, я стенку поймал! Я говорю, а я один раз появился на кнопке, и он не падал из-за этого, кстати. А, да-да-да, я, у меня в первый раз такая же фигня случилась, ничего не вышло. Нужно в стенку как-то телепортировать, опять я... Я бы тебя настроил тут что-то, если честно, если мог. О, ты долетел почти, нет? Нет, нет, я почти... Блядь! Что за фигня? Я случайно не на кнопку нажал, а как... Давай я тебе кину парочку, если тебе надо. Не-не-не, пока не нужно, не кидай. Тут есть сундук, я посмотрю, что в сундуке. В сундуке кнопка. Так. В сундуке кнопка. Уже, мать его, блин, я в стенку попал. Я не могу нормально. Слушай, в сундуке кнопка, а для чего нужна она? И тут он стоит на двух даймондовых блоках. Возможно, это что-то значит. Давай. Ну, твою мать! Я постоянно ее в стенку кидаю, я не кидаю ее, знаешь, внутрь помещения, блин. Так, мне нужна еще. У меня всего 6 штук осталось. Ну же, мать твою! Так, мне нужны будут орбы. У тебя еще сколько осталось? У меня их еще тут дофига. Посчитай. Так, сейчас. Я вау. Просто так не я их сделать. Сейчас я тебе быстро все выкину. И воу, ты уже кинул? Воу. Ты так, поймал? Отлично. Я их воду выкину. Да, я все поймал. Все, абсолютно все поймал. Так, музыка закончилась, кстати. Сейчас я еще раз поставлю. Да что в тебя? Как тебе так повезло? Ты прям на краешке, я помню, появился. Ты прям так ровненько-ровненько кинул. Так, yes. Давай. Yes! О, yes. Боже, я сделал это. Пойдем. Все, слава богу. Я взял, тут была кнопка, и все. А, поставь ее где-то вот здесь. Поставь ее вот здесь, вот где факел. Над точнее, факелом или в самый верх? Над факелом. Так? Да, жми. Nothing happens, окей. Так, или или нельзя собирать факела. Попробуй ее тогда поставить сейчас, посмотрим. Ну, мне почему-то кажется, что ее нужно поставить в самый низ опять. Где-то. А, там была дверь, помнишь? Там стоял такой проход, и там была дверь. Ну, давай лучше ты тут останешься. Да, давай. Я орбы, пока... Орбы все у меня, стой, не прыгай. Держи. Сейчас я тебя скину вот так вот. Забирай все орбы, давай, пошел вниз. Прыгай. Тут. Так, ну, вот эта дверь тут стоит, да? Да, и, рядом и... поставь где-нибудь кнопку. Я где-нибудь нажим. Над ней поставлю, может сработает. Нет, не работает. Тогда около где-нибудь с другой стороны. Так. А вот тут есть даймонд. Может на даймонд поставить? Ой, я открыл! Все, иду! Или ненадолго, я что-то... А, не, я думаю... Ой, ты целый проход тут открыл какой-то. Да, пойдем, смотри. Нам сюда, судя по всему. Окей, стой. Тут какие-то ловушки. Да. Их надо перепрыгивать, наверное. Ой, нет, ты нажал! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вода! Вода! Слушайся, все, живой, все. Так, на счет три. Раз, два, три! Ты нажал, кстати. Давай ты. Окей. Я надеюсь, сейчас ничего не взорвется. Ну, ты тоже нажал. Если пробежал, то уже не важно. Лианы. И какой-то рубильник. Он что-то так, поднимает, наверное. Там стук, смотри, пока не нажимай. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Факел. Больше ничего. В зал факел. И там наверху стекло. Ну, значит, нам нужно подняться по лестнице. Пойдем тогда, нажми на факел. Ага, один блок открылся. А почему только один? А, теперь нажимай еще раз. Все, я наверху. Так, сейчас, я посмотрю, что у нас здесь есть. Здесь куча-куча орб. Есть одна кнопка. Да тут надо вдвоем проходить, а не одному. На самом деле здесь веселее. А как ты за... А, то есть ты поставил, ну да. Это логично. Я штук себе орб взял. Ты остальное не будешь, что ли, брать? Ну, я взял себе парочку. Я думаю, что мы, если что, вернемся еще раз. Ну, и надеюсь, что сделает кнопка? Нажимай. Вам музыка сменилась? И ты? Ту-ту-ту-по-по-по. Вау, что? Хрень? Внизу что-то открывалось. Попробуй еще раз. Давай еще раз нажми. Это странная музыка. Я смотрю вниз. Я тоже смотрю вниз. Да, вон открылось и внизу закрылось. Короче, нам сейчас нажать и вниз нужно бежать и скорее... И сейчас, телепортироваться погоди, через все эти уровни? А, ну, я посмотрю, как через лианы все это дерьмо пропрыгает. Но это как там сложно, опять же. Она в лианы вылетает. Это какая-то вся карта, она вся на телепортах построена, я так понял.
Ну, возможно. Я не знаю, как мы... А, мы должны быстро-быстро нажимать орбы и перепрыгивать через эти штуки, да-да-да. Блин, я просто наверх забрался. The fuck? Я смог переместиться на сам верх. Давай я сейчас открою ее, ты, наверное, пройдешь. А я постараюсь сам как-нибудь переместиться. Ну, это немного читерство, ну ладно. Я не вижу, чтобы она что-то делала. А, вот. Она на секунду открылась и сразу же исчезла. Это прикольно, конечно. Вау, я смог как-то переместиться. Представляешь, у тебя есть еще секунды, чтобы сюда телепортироваться. Оставьте все свои вещи здесь. И возьмите только удочку. И тут 6 удочек. 6 удочек. Но я потерял все свои вещи, которые внутри были. Видимо, они намекают, что никаких больше телепортирований для тебя. Вау. Но, кстати, я не могу вернуться отсюда к тебе. Вау, я... В общем, здесь действительно чекпоинт. Помнишь, там дверь, которая странная была, да? И там еще орбы он дал. Ух ты, спасибо, бро, я уж испугался. Короче, телепортом здесь не обязательно пользоваться. Я не пойму, как я вот это проходить буду. То, что... Как мне телепортироваться через... Ломай стекло, телепортируйся вниз. Это не по правилам. Так. Уже совсем чуть... Открылось. А-а-а, блядь! Я куда? Я в жопу... Опять я переместился в какую-то херню. Телепортируйся еще, Вал, ты телепортируешься наверх. Я через стенки телепортируюсь. Потому что я могу! Да ты Найткроулер. Нет. Ты застрял в стене. Жопа. Suffocated in the wall, теперь такое название есть. Раньше такого не было. Значит, раньше я просто упал с... Видишь, и тут прям доля секунды есть, чтобы запрыгнуть. В задницу это дерьмо, главное, что мы сделали. В общем, возьми удочку и, по идее, оставь все, что у тебя есть. А даже ботинки? Не, ботинки я хочу оставить. Ну, я оставлю... Я оставлю себе 16 телепортеров на всякий случай. Нажимаю кнопку. Так. Но. Удочка. Ли. Время рыбалки. Ты так. Зачем? Просто мне интересно, для чего удочка? А там курица, точнее, свиньи. Да, свиньи появились или нет? Я сейчас. Это кнопка для свиней? Да, это кнопка для свиней. Она добавляет свиней. Можно их ловить, может быть. А, ты можешь сейчас их убить удочкой и... Ты потащил все... Get over here! Get over here, bitch! И нужно сбрасывать их вон на ту местность, они должны на кнопки попасть. Иди отсюда. Офигеть, мы свиньи сейчас сбрасываем. Так, свинья. Я, кстати, не могу никого поймать. Иди отсюда. Во, одну... Ой, она бешеная! Смотри, что с ней стало? Что она делает? Свинья. Я думаю, нужно больше свиней. Да, еще больше свиней, давай. Так, нет, блин, я ее просто убил. Кстати, тут нельзя упасть. Ты заметил? Да? А, потому что нам эти штуки... А я сажусь, знаешь, shift зажимаю, а толку никакого от этого. Иди отсюда! Почему я не могу поймать ни одну свинью? Нет, ты просто, ты должен ударить в нее, правую кнопку мыши еще раз нажать, и она поднимается, во. О, у тебя... Вау! Бекон! Я ее убил. Я ее убил. Бекон, можно прикинуть? Ловим бекон! Время поймать бекон. Я не могу поймать бекон, он не ловится совсем. Так, еще иди сюда, свинья. И пош... Блин, я ее как бы убил, но в полете. Сосранка тупая. О, я ее закинул. Куда? Она нажала хоть одну кнопку? Она что-то нажала, она там стоит. Я сейчас посмотрю, что там, может, появилось. Возможно, тут какой-то пароль еще есть. Не, здесь ничего. Не, ты что, пароль из свиней? Вот, она что-то... Не, нам нужно со всех сторон. Свинья! Она умерла, надо еще больше свиней. Да, еще больше, нажимай. Надеюсь, они спавнятся бесконечно, я очень на это надеюсь. Ну, видишь ли, кажется, да. А. Как? Одну свинью я привел. Короче, надо их бить, когда они подлетают. Вот что надо. Они у меня не подлетают порой просто. Да, не до конца. Надо их бить, смотри, с центра лучше встань. Они как раз подлетят, и ты такой... Бац! На по лицу и прям туда. Удочка сломалась, или я ее выкинул. Сколько она мы ломается? Должны открыть? Иди ко мне, свинюшка. Давай. Есть! А ты думаешь, каждую категорию нужно по одной закинуть? Да, конечно, 100%. Вот я еще одну нажал, но... Она не осталась. Я попробую еще одну поймать. Она сдохла. Давай. Есть! Твою ж налево. Давай! Нет. Ну что, они уже перестали так высоко подлетать у меня почему-то. О, давай! У меня удочка сломалась. Есть! Мы это сделали! Блять! What the fuck? Она сдохла, она превратилась в бекон. Да, блин. Fuck is that shit.
Короче, я понял, нам нужно свинью отправлять направо. Ну, направо скажи. Да, все понятно. Я еще две удочки взял, потому что у меня сломалась удочка, пока я... я понял, свинья-то сдохла, она должна оставаться, да, она у меня сдохла. Она превратилась в бекон у нас. Бекон не заменяет это. Давай, ой, блин, не туда. Ой, она спрыгнула и встала все равно. Тупо, ой, прости, извини. Ау, ай. Нам нужно, может, тогда отсюда их и кидать. Давай, свинья, на, нет, о, отлично. Одна попала. Одна попала, еще. Эй, what the fuck, man? Она через заграждение, что ли, как-то туда попала? О, наверх, и ну! Ой, я чуть не понял. Она к нам прилетела. Прилетела, я еще одну, последняя удочка осталась. Если мы это сейчас не сделаем... У меня еще одна есть. Пес. Сейчас, стой, я сейчас подкину ее. Нет, я ее не подкинул. Давай! Нет, нет! Надо больше бекона. Больше бекона, чтобы его убивать. Ой. Ой. Давай, все. О, боже мой, давай быстрее. Нет, они не сдохнут, я думаю, это раз. Все, слава богу, мы прошли. Так, сундук, и здесь лодки. Я две лодочки возьму, наверное. Да, я уже понял, что лодок мало не бывает, лучше три даже. Теперь мы поплывем в далекие края. Where what lies beneath stay in your boat. Бойся того, что находится внизу. Оставайся в своей лодке. Так. Я боюсь. Но это имеет смысл. Потому что остров, кстати, до сих пор не придумали, которые эти... Под водой? Водные, подводных монстров до сих пор. А может, Ктуху? Тут не может тот instant kill сразу после идет. Может быть. Так. О, блин, я упал. О, чёрт. Как? У меня сломалась лодка, я разогнался. А, не нужно врезаться. И что же произойдет? Мне страшно. Все, живой? Я живой вроде, да, я даже... Господи, поплыли туда. Я думаю, яркость увеличить, но надеюсь, на видео все будет хорошо видно. Да, тут, кстати, довольно... Ой, блин, я опять в землю, о боже. У меня лодка колбасит сейчас. Я жду тебя, я торможу. Я не могу затормозить, the fuck. Все, я по локте. Так, осторожно. Больше ничего нету, нам главное прямо плыть. Вот есть, кстати, какие-то эти, но это выглядит как в Диснейленде, вот у них там есть пираты Карибского моря. Я чуть тебя не врезался, блин, я развернулся. А, блять, я куда-то плыву. Там водопад? Да. Тогда я разгоняюсь. Вау, тут светло, так смотри. Ты плывешь быстрее своей лодки. Вау. Стой, тормози! Я же как готов! Зачем надо тормозить? Все только начинается! А я плыву за тобой. Ой, зря я это делал. Вау, это круто! Ух ты, у меня одного туман или у тебя тоже туман? Да, это тоже туман, у меня все на максимуме стоит. Я тоже вот подумал, почему, может, у меня на минимуме стоит. Это так светло из-за тумана именно, мне кажется. Я нашел какой-то вход, здесь... А, это не вход, это просто свет оттуда. Где-то? Тоже внизу? Да, я в самом низу, и тут все еще куда-то... Тут очень темно. Я сейчас отрежусь! Окей, я сломал лодку. О боже, я наверх. Кстати, такая музыка играет, у тебя тоже? Нет, у меня закончилась музыка, у меня пока Майнкрафт ничего не играет. Блин, здесь вот полная жопа, я ничего не вижу, ты видишь? Да, тут ты тоже очень... А, по-моему, приплыли, вот, ты меня видишь? Нет. Я ни хрена не вижу. Люди, которые меня смотреть будут, тоже наверняка будут не очень рады. Я тут остался, если ты увидишь мою лодку, то ты в правильном направлении идешь. Я вроде направо сейчас поплыву, посмотрю, что у нас. Да. Привет. Привет. Все, я затормозил. Можно плавить рыбу. Кстати, да. Нет, пока рыб нету. Правда, зачем только ее ловить? Ну ладно. Видно, когда клюнет, тогда мы будем ее ловить. Она должна треснуться или что? Но она мой она должна начинать клевать, но что-то не клюет. Тут не клюет. Пойдем отсюда. Не знаю, что мы должны были опасаться, но... Ну, видно, это специально сделано, чтобы мы не падали и не херней страдали, возможно. Возможно. Водопад! А! Так. Напоминает мне мое первое метро. Точно так же пал здесь. Да, тоже как какой-то по диагонали. Ой, блин. Диагонально, да. Там все спокойно. Ты че, испугался? Где наш парень, кстати, мне интересно. Грибы! Значит, в правильном направлении. Парень про нас помнит.
Если грибы, значит, все делаем хорошо. Стой, стой, стой. Можно было эти тарелочки оставить и сделал себе похлебку, кстати, из старых грибов. Но он сказал, что надо все оставить было. Поэтому я все оставил. Раз так, так, так. Нам вниз, сюда, здесь ничего нет. Но написывали, у нас нету особых шансов умереть. О, здесь есть сундук, музыку можно поставить. Опять фар, мы будем опять играть фар. А текстов нет никаких? Нет, ну ту-ду-ду-ту, ту-ду-ду-ту. Песочек. Здесь опад, и он ведет на самый верх. Я, пожалуй, вытяну все-таки яркость на самый максимум. Да, наверное, я тоже поставлю. Ты мне теперь что-то немного мили. Это сейчас ярко стало. А, нам сюда, смотри. Сейчас, здесь есть вода муди, у меня стояла муди, я поставлю на 30, да. 30, да, я тоже, я что-то сильно, она слишком яркая, атмосферу все портит. Пошли, нам сюда. О, Лиана. Да, нужно забираться сюда, и причем... Так, а там был какой-то путь, нет? Или у космоса? Нет. Не буду я проверять. О, я залез. Так, о, мы... Бро, ты вернулся! О, наш учитель. Так, who are you? I don't even know your name yet. And what is this ruined structure? Давай нажимай тогда, спрашивай имя. Я посмотрю, что здесь у нас находится. Как тебя зовут? Ой, блин, удочка. Вот, упала. Одна? Одна что или... пишет? Сейчас я прочитаю. Меня зовут Грим. No, miss. Но другие зовут меня как Guardian. Ну, нет, Хранитель. Хранитель, да. Я защищаю этот Temple. Остров? А, нет. Temple. Храм, да. Храм, да, храм. Я всю свою жизнь отдал на то, чтобы сохранить в нем жизнь и для масонского общества. Так, майн-масоны. Ну, и я служу ордену, да. О, по большому отлично. Счету, это все. Давай, what's this ruined structure? Что это за разрушенное... Ну, ой, здесь аж три. Так, не перепутай, три? Не перепутай. Ну, давай, да. Да. Так, даже и... одна у меня не уместилась, поэтому мне придется лезть в инвентарь. О, боже, 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 боже. Смотрим, что же первое, вот первое. Ты себя хорошо показал на данный момент, проходя через все эти руины. Спасибо. Это все, что осталось от Майн Мэссон. Там просто история рассказывается. Да, тут хоронились, тут практиковались какие-то темные стили. Магия? И хранились здесь в секрете. А, то есть это как Шаолинь? Шаолинские монахи, черт. Вот. О, рыбу поймал, слушай. Вот отсюда ее поймал? Да, прям туда кинул. Вот, держи. Может, похлебку что-нибудь приготовим. Это мой подарок. Так у меня нет уже тарелочек. О, боже, это цвет. Давай, можно опустить, я думаю. А почему тут такой гравий? Он, наверное, куда-то указывает и что-то открывать будет. Или мы что-то взрываем. Что там? В сундучке. Яйца. Яйца, вау! Мы должны будем... Да, мы должны будем кидать яйца, видимо. Через решетку? Да. Нет. Нет, не можем кидать яйца. Нет. Не можем. Ну, зачем? А, вон, есть? Да, смотри, на самый-самый гребаный верх. Ха! Вау, да нифига себе. А куда же мы должны в десяточку попасть? Ну, типа того. Блин, сломал. Ты об меня сломал? Пока... Ни одно яйцо не попало. Оно разбивается, когда до туда долетает. Причем я не уверен, что яйцо вообще может нажимать хоть какую-то плитку. Это разбилось. Ну, это мы не знаем. Я не знал, что можно свиней ловить, например. Ну да. Хоть одно попало, нет? По усам текло, а в рот не попало. Чё-то... Да, нет, может я пойду посмотрю, что здесь есть? Нет, здесь никаких кнопок нету. Но он издевается на нами. Сначала телепорты были, теперь это грёбаные яйца. Что? Ага! Ты что-то нашел? Оу! Тузай! Эй! Яйца! Ну я попробую все-таки кинуть яйца. Да они долетают, они ничего не делают, кстати. Даже если не падают. Да? Да. Может. К чему тогда яйца? Явно не тот вариант. Видно, это был какой-то прикол. Сейчас, погоди, пока не прыгай туда. Я посмотрю, может, мы что-то упускаем. Я телепортировал назад. Ну, если что, у тебя орба достаточно, чтобы... У меня еще 14, да. Давай посмотрим, может, здесь есть какая-то кнопка. Для чего же нам тогда нужны яйца? Может быть,
Слушай, если их долго кидать, то будет курица. А, точно! И курица должна вылупиться. Стой. Нет. Ты видел хоть одно животное, которое там работало, нет? Нет. Значит, difficulty настолько низко стоит, что курица не может появиться. Думаешь? А, нет, погоди. Хотя нет, курица должна появиться, по идее. Курица должна появиться. Потому что свиньи были, только да. Мы что-то не так делаем, может быть. Во! 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 Я давай! Закидали. Курица, где курица, ты? Курица, падай вниз, тупая курица. Курица, иди вниз! Там маленькие такие петушки, ути-ути-пути-пути. Только мы их должны очень много, видно, закидать. Петушки, ходите повсюду. Может быть, они должны вырасти? А, все открылось? Нет, все открылось, все нормально. А, отлично. Вырасти, да, будем здесь ждать, пить рыбу, пока не будут жить. Вау, тут интересный зал. Take a bone and deposit all of the items here. Ага. Так, ладно. Попробую взять. Ты сколько себе взял? 25. Я взял себе 30. Окей. Так, а погоди, что сделать, я не пойму. All other items here. Это как это? Ну, оставьте свои другие вещи здесь, он предлагает. Но. Я оставлю карты. Я оставлю карты тут. И всякие дерево у меня тут было. Ну ладно. Так, бонусы мы взяли. Рыбу. Собака! А, так, смотри, короче, я нажал на кнопку, и отсюда выпала собака. И, наверное, ее надо яйцами закормить, да. Но... Логично, логично. Тем более. Ладно, косточку ей дай, может, что-то изменит. Дать косточку, если здесь нету входа никакого. Ну, видимо, в этом и состоит челлендж. Сейчас. Бро, держи. Все, он меня любит. Что делать теперь? Ну, может быть, он... Он может на край света пойдет ради тебя теперь. Так, бро, смотри, что ты должен делать. Песик. Гордон, слушай меня. Я знаю, это очень... Можешь это стать очень... здесь, где даймонды. Зачем-то. Так, давай посмотрим вообще, что здесь находится. Здесь какие-то А, он кнопки. Телепортировался к тебе. Да? Отлично. Так, так как он может ты телепортировать... Ты должен заставить ее где-то стоять, видимо. Чтобы она какую-то плиту держала, и мы могли пройти, я думаю. А попробуй ты нажать еще раз кнопку. Какую? Где кнопка? Вот это сверху. А. Окей. Еще одна собака. Давай еще. Бери себе пса. Гордон, иди за мной. Все. Где ты мой? Смотри, как это. Нужно, короче, сюда пса привести и сделать так, чтобы он сидел здесь. Пес, иди сюда. Видишь, там что-то. Да хватит одного пса, наверное. Вот, все, пес, сиди. Нет, ну, на всякий случай. А что-то мой пес не телепортируется. Эй. Ты не должен смотреть на него. Я не, никто не должен он, смотреть он, на него. Пошли сидит, сюда. Он походу сидит. Встань, все, встань. Так, да. Так, я смотрю. Иди подальше. За иди, мной. Все, он телепортировался. Давай, пес. Сюда, садись. Все, отлично, не сидят. Пойдем тогда. Там что-то открылось? Да, но вон, я вон не... внизу. А, во. Внизу. Здесь ход. Так. Какие сложные испытания. Самое сложное сейчас было телепортироваться, потому что мы так его и не выпустили. Да, и причем... Ну, то есть мы одно выполнили, а второй какой-то был хардкор. Ну, в комментариях нам потом скажут, что нужно было делать. Более смышленно. О, мы видим наших собак. Их надо забрать обратно. А что? А, да. Какая собака твоя? Моя левая была. Слушай, а причем я не могу... Забери свою собаку. Ты думаешь? Да. Зачем нам тогда предлагают к ней спуститься ниже чуточку? Там... Вот там стекло. Да. И их не забрать нужно. Их нужно телепортировать так, чтобы это открылось. Чё? Ну, смотри, видишь, здесь должен быть какой-то вход. Но он не открывается. Моя собака телепортировалась куда-то уже. А нет, она бегает. А вот она здесь, вот здесь. Так, пес мой. Нет, пёс. Они должны все уйти, понимаешь? Вот я понял. Ты должен ей сказать, когда что-то построится. Так, что они... угу. Так, смотрим. Идем сюда. Стоим. Ждем. Магии. Вот, все, отлично. Возвращаемся. А, лестница. Е-ху! Мы почти прошли. Оставьте своих собак здесь, написано будет. Они за нами ходят, и правда. Тут написано, оставьте все кости. Да. Собаки, нам собак тоже оставить? Ну, Гордон. А, это твой пес, мой Гордон. Бай, псина. Даже не вернулась за мной. Я его оставлю здесь. Отлично, я не могу через него прыгнуть. Пес мне! А, вот я перепрыгнул. Все, пойдем. У-ху! Пошли. Оп! Двой. Да? Так, где мы оказались теперь? О, тут рубильники.
Куча рубильников. У меня паутинка. Такое чувство, что сейчас сверху лава польется. Одинокая паутинка, смотри. Чему она? Что здесь мать... Большая паучиха будет? Возможно, она... нам нужно понять, что тут из общей колеи гордость. Выбивается. То ли вверх, то ли вниз. Какие из них вывел... Собака. Я уже сделал так, чтобы она села. Пусть здесь сидит. Один рычаг слева я упустил, вот этот. Один вот ты этот. Слева первый. Опустил? Вот этот, да, вот этот. Значит, тут было сколько? Тут три рычага вверх, три рычага вниз, один ты опустил. Кстати. Значит, наоборот, нужно было их вверх поместить себе, или нет? Попробуй еще центральный как-нибудь. Ну, ничего не пошло. Тогда нам нужно или все вверх, или все вниз. Скорее, тогда все вниз. Так, я ставлю тоже. Нет, это явно не так работает. А, здесь что-то открывается, что-то закрывается. Так, вот что-то открылось. Вот это что-то открывает, закрывает, а этот? Этот тоже. Оно все где-то что-то открывает. Вот это не открывает вроде. Я, по крайней мере, ничего не слышу, чтобы он что-то открывал. Так, я пока ничего и сам не вижу. Где это должно все открыться, дело? Слышно только те, которые, может быть, мы справа начинаем. Открылось, это опустилось. Это я тоже опустил. Это как какой-то, как сейф подбирать какой-то. Mm-hmm. Может здесь где-то так, подсказка будет. Опустилось. Так, отсюда мы спрыгнули. Внизу. Так, тут уже не доходит. Ничего нету. Окей. Они так далеко уже там двигаются, что ничего и не слышно. Но я не думаю, что это сработает. С одной стороны, это звучит как пуленепробиваемый план, но что-то мы упустили. Возможно, там было что-то написано. Нет, там нужно было просто оставить кости и больше ничего. Псы нам тоже не нужны, я думаю. Там ничего не написано. Под водой, может, что-то есть? Нет, под водой ничего. Здесь камни выглядят как криперы. Это замок крипера. Замок крипера сраного. Мне такое чувство, как будто нам что-то недосказали, потому что нам нужно делать. Хотя, с другой стороны, может быть, и сказали. Блин, здесь должно смотри, быть... Смотри, ты видишь наверху надписи? Ну, не надписи, а эти. Да-да-да, я тоже вижу. Так, вот, вниз. Это же периодичность, да. Да, точно. Один наверх, второй наверх. Второй вниз. Так, третий вниз, вниз. Второй наверх. Так. А другой вверх тоже. Я надеюсь, что это вверх, значит. Да, сыграла музыка. Ей! Да, мы открыли. Круто! Вау! Это как в квестах каких-то. Гордон. Ладно, я возьму, наверное, Гордона с собой. Я теперь буду чаще смотреть на потолок. Неизвестно, что ты на нем найдешь. Тут еще сундучок и тут, да, музыка. Давай, врубай. А ну-ка, диджей. Стрэд. Пес, пошли. Мы выберемся из этого дерьма. Я тебя... Ты теперь будешь собакой ходить? Я ее оставил. Я свою собаку кинул. Мне теперь даже как-то обидно. Она будет как хатику ждать тебя на одном месте. Тысячу лет. И что это значит? Вот наверху. Пес, живой? Окей. Нас запустило вниз. Ага. Слышишь? Это что-то нажимало, что-то делало. Да, короче, она пускает вниз, и мы должны бежать сразу наверх, видно. Ну это садисты. Так, смотри. Я нажимаю, мы сразу же валим обратно. Ты же валишь. Эй! Я прошел. Ладно, я не буду так делать. Давай пошли. Смотри, я понял. Короче, нам нужно отпрыгнуть в один момент, как только я нажимаю. Да, наверное. Ой, тут не отпрыгнешь. Нет, да, там слишком большое расстояние. Пес, не мешайся. Может, надо как-то пса посадить и оставить его, чтобы он всё это делал. Но тут не успеешь пробежать с одной стороны. Хотя можно... Она, понимаешь, она и не сразу открывается. Эта штука. То есть ты нажимаешь... Надо, может быть, как-то так нажать и сразу прыгнуть отсюда. Ай, тут не прыгнешь никуда. Так. Можно было бы, конечно, поставить собаку как-нибудь, чтобы на нее прыгнуть. Не вижу возможности даже, чтобы он как-то успел... Ну, короче... Я сейчас... Давай еще раз нажми, я посмотрю. Да, давай. Так... Вот видишь, где она заканчивается? А, видел. Сейчас попробую как-нибудь так... Тут есть паутинка, кстати. А, нам нужно на нее прыгнуть в один момент, может быть. Может быть. Так, сейчас. Но я не успею прыгнуть, как только это сделать? Она...
до нее еще не допрыгнешь. Да, до нее не допрыгнуть нельзя. А, нет, я допрыгнул. Сейчас смотри. Ну-ка. Ну, только интересно, этого хватит надолго. Вау! Да я не успел даже прыгнуть. Какой уж там. Какая уж там паутина. Просто не хватает времени на это. Давай я попробую сейчас. Это ты пока посты тут. Давай. А я попробую это все сделать. Пес очень много сделал, конечно. Иди сюда. Жми. А я, может, у тебя из паутинки могу дотянуться? Нет, стоп. А, кстати, хороший план. Блин. Да, наверное, я так не нужно делать. Разогнаться. Слушай, отсюда давай, наверное. Во, я здесь. Я не могу дотянуться оттуда, от паутинки. Ты же упал? Нет, еще тут. А. О! Смотри, короче, нужно от самого верха. Смотри, а там в начале еще была еще одна паутина, кстати. Ее же можно собрать. А ее можно поместить? Нет, или да. Нет, ты просто собираешь паутину. Это как блок, который ты ничего не сделаешь с этим, поэтому не стоит. Да? То есть я могу не пытаться даже. Да, даже не пытаюсь. Да, до кнопки я дотягиваюсь. Короче, смотри, иди сюда. Тогда это все работает, да? Да, все это работает. Вот пес, я не знаю, что мы с ним будем делать. Давай, иди сюда. А, пес, смотри, он все понял. Пес, смотри на пса. Он залез в это окошко. Не-не-не, нужно выше. А почему я там не остаюсь внутри? Нет, тебе нужно выше прыгать. Ну, давай, и не двигаться. Прыгай и нажимай. Так, это я слишком мало прыгнул. Сейчас я побольше прыгнул. Я до этого больше прыгал. Собака. Все, я нажимаю. Во, все, пошли, блядь, я прыгнуть-то не могу с этой хуйни! Все, успел. Собака, прощай. Но я думал, он сейчас телепортнется. Да, он телепортнется, но это было прикольно. Очень... Он галкает? А вот он, все, он вернулся. И Гордон с нами. Так, смотри-ка здесь. Смотри, тут роза нарисована. А, это роза? Да это уже темная башня начинается какая-то. Так, и там бедрок или что-то? Это больше похоже... Пес что-то кричит. Он что-то хочет нам сказать. Гордон, что ты хочешь сказать? Смотри, он что-то нашел. В углу сидит. Что-то занюхал. Ну, единственное, куда можно идти, это налево пока что. Да, поэтому... пойдем туда. Тут вода. Одинокая вода. Меня окружают. Вниз можешь плыть? Нет. А, некуда. Лестница есть. Пойдем. Вот здесь. А, здесь есть кнопка, но здесь вид из жопы. Не нажимай на кнопку! Я пока... А, тут писто... Меня будет что застрелять, смотри. А. Нужно очень быстро прыгнуть в воду, что ли? Да. Ну, я давай я лучше отойду, пока ты нажимаешь. Давай ты... А, ладно, я нажму. А, блядь! Зафига ты прыгнул? Зато свет теперь есть. Открылось! Иди ко мне. Что открылось? Так. Это было странное испытание. Я бы не сказал, что это было даже испытание. Так, тут теперь какая-то поочередность видно. В начале какой-то... А, интересно. Попробуем нажать, эти блоки будут отодвигаться. Это надо записать. Так, я что-то нажал, что-то выдвинул. Лучше не нажимай ничего. А, ты их двигаешь. Да, видишь? Ну, это видишь, это последовательность. Нам нужно сделать такую же последовательность, как здесь. Здесь геометрическая, арифметическая, или какая здесь последовательность? Один блок туда отодвигается, другой сюда. Один сюда, другой сюда. Так, ну, стоп. Стой, я немного не понимаю последовательность. Нет, здесь тут нет, тут какая-то херовая последовательность. Попробуй так сделать. Так. Пёс, не мешайся. Так, смотри, один блок всегда стоит... А, я понял, все. Это, смотри, они двигаются. Вначале два верхних двигались, потом два верхних двинулись еще, и по часовой стрелке это все двигается. Теперь нам нужно поставить... Ты как-то очень сильно... Смотри, один блок отодвигает, вот, да, видишь, можешь эти убрать, например. Стой, я вначале все уберу, чтобы мне было удобно смотреть. Так, один должен быть сверху, так? Угу. Только не сверху, окей. Один должен быть так, и другой должен быть где-то тут. О! Что, да, это открыло? Где? Музыка заиграла. Я слышал музыку, но я не понял, что это сделал. Пойдем к Розе. Пойдем к Розе. Роза! Ничего, там что-то за ней не открылось? Нет? Не, совсем. Жаль. Но я слышал музыку, ты тоже слышал? Я тоже слышал музыку. Может быть, это нам нужно было что-то быстро делать. Может, под водой что-то появилось? Нет, тут открылся зал, смотри. Зал?
Да, вот здесь. А. Сейчас я выстрелю, наверное, еще раз, чтобы тебя нахер это дело. Я ничего не вижу. Я выстрелю, что твоя собака получила. Нет, она не стреляет больше. Вау, портал? Да, ты посмотри наверх, как будто... Вау, стоп, портал? Вау, это как будто бы... Смотри, это портал, ты видишь, что он как будто бы два раза, и мы сейчас окажемся там сверху, ну, что ли? Ну попробуем, давай, пойдем. Раз, два, три! Пошел! О боже, меня пьванёт! Мы куда переместились? Выходи. Мы переместились на потолок. Вау. Я вижу, как там, где мы... Это прикольно! Это круто! Это круто, да! Я ни разу не видел в таких картах. Это охренительная карта. Пойдем дальше. Все. Так, мы на потолке. И тут есть одна кнопка, и больше ничего. Да. А с другой стороны не открылось? Нет, не открылось. И теперь где мы? Ага. И пистолет. Так, ладно, даже не пытайся прыгнуть эту хрень. Ну, давай я... Тут есть лианы, это значит, давай, что мы можем аккуратно брось, спаститься. Давай жребий бросим. Бросим жребий, кто первый побежит. Нет, тут как-то это, ты думаешь просто пробежать? Ты думаешь, как это Индиана Джонс, нужно вставать на то место, которое Ну, по крайней мере, тут очень много было логичных каких-то загадок. А, на потолке ничего? Да, может быть, что-то до этого... Нет, походу нет. Ну ладно, давай тогда попробуем просто пробежать. У-ху! Шоу, я за тобой! Окей. Там что-то закрылось, кажется. Да. Открылось. Должна лестница открыться. Так, я встал. Она опять закрылась. Встал на эту. Nothing happens. Здесь. Давай по всей бегать и смотреть. Привет, пистолы. Вы не стреляете в меня, ну ладно. Я даже игра по... Ай... Не стреляют совсем. Их нельзя взять, причем. Это видно какие-то сломанные ловушки. Нет, они одно включают, как я понял. Если мы на ней не стоим, то она открывает дверь. Но, тем не менее, мы не можем забраться. Я просто ищу кнопку, где, может быть, где-то она открывает. Мы какую-то кнопочку опускаем. Так, да. Причем эти лианы даже с собой взять нельзя, чтобы подняться. Да, только их брать. Так. Ну, чтобы залезть туда, наверх. Да. Я вот бегаю по кругу, смотрю, какая из этих кнопок хоть что-то включит. Может быть, нам стоит сломать пистолы и посмотреть, что там внутри. О, в них яйцо. Оно должно заспавнить волка. Волка? Да. Привет, волк. А тебе пользы никакой. Да без толку. Яйцо, и волк. Во всех волки. Это занимательно. Тут тоже волк. Может, нам нужно, чтобы все волки тут стояли и занимались хернёй? А толку от этого? Я не знаю. Может, нам нужно именно 6 волков. 6 человек. Пока не убивай. Давай, волк, иди сюда. Волк. Ну, чё, мне... Видишь, вот эти кнопки мы не можем нажать. Тогда мы же не можем ничего разрушать. Почему же... Короче, эти волки как-то... Видишь, вот этот придурок встал? Ну, может быть, это не считается. Ну, давай попробуем ради прикола. Па-па-па-па-па-па-па. Давай, волки, бегите. Так, они все в угол бегут. Или к нам. Они упоротые. Нам придется их убить. Ты понимаешь, что нам придется убить всех волков, если может они... быть, мы можем запрыгнуть на них? Давай, волк, ты встал очень удачно. Эй! Скорее по тебе попрыгивал, чем ты по нём. Мне кажется, они только мешают. Ай, ладно. А, нет! Нет! За что? За что? Ко мне! Прыгай сюда! Прыгай! Беги! Это Peaceful! Это же Peaceful! Не смотри на них! Не смотри на них! Беги сюда! Их красные глаза! О боже мой! Ой, я запрыгнул! Я от страха даже наверх запрыгнул. Соси, волк! О боже, они пытаются залезть, что ли, прямом? Они не могут это. Это крипи, это все крипи. Ты нахер отсюда. Одно убил? Отлично. Дайте мне свой опыт, волки. Умрите. Ой, ты видел? Да. И ради чего все это было, тоже непонятно. Блин, ну это непонятно.
Может, что-то у него не работает здесь? Может быть, да. Лианы просрочены, их даже не возьмешь. С другой стороны, какие-то волки, которые вроде бы должны были появиться. Может быть, мы что-то сломали, конечно. Я пока лучше сделаю так. Ладно, будем считать, что мы этот сраный гравий собрали своими руками. Пойдем. Так, куда же это нас приведет? Просто в обычный зал, наверное. Но ой, там он не выглядит как обычный зал. Ну, да, в принципе, тут можно было упасть. You may pick this rose. Ты можешь взять эту розу. Бери ее. И я взял. Я с розой. Я Роланд Дискин! Эти мне револьверы. Guns and Roses. И где же мои guns? There's no guns over here. We play on peaceful and no monsters can touch us. Хотя... До. А мы чё, как будто что-то ещё двинулось. Ну, походу мы вернулись. Да, пойдём, нам нужно розу поставить куда-то. Видно, там, где она была. Помнишь, там какой-то проход, что ли, должен был быть? Пойдём. А, пойдём. Может быть. Пойдём в портал. Ей, я бегу. Я не успел. Здесь темно и страшно. Хоть не сыро. Так, ну, розу нам нужно куда поставить. Это черная собака. Я понял, она должна сюда... О, привет, Гордон. Ты все так же остался? Да, она черная какая-то. У негра превратилась, пока мы здесь сидели. Он же черный. Ставил, вау. Так, открылась дверь. Идем. С лианами. И здесь обычные каменные проходы. Ничего особенного пока что. Еще паутинка. Сундук. Я вижу сундук впереди. Пес там что-то сзади меня бежит. Бежит до сих пор. Так. Опять музыку включать будем? Ну, видимо. Что, музыка. Музыка. Вау, так. Я открою дверь. Оооо! Он нам продаст вещи, наверное, какие-нибудь. Что за... Ты слышал? Да. Это было страшно. Привет. Это музыка, которая поставлена. Карты, бери их ты. Бери все их ты. Читай. Так, диалоги. Что же он расскажет нам на этот раз? Не грусть. Все посмотрим. Так, это... Вау! Мы попали в ад? Подумал, что я поднимаюсь, если наверх смотреть. Ты что-то нажал? Я ничего не брал. Ты взял карты и все упало. Мы... Привет, Эген, и поздравляю тебя. Ты закончил все испытания, чтобы попасть в Майн Мессенс. Я хочу вас представить к нашему ордену, говорит. Он видно в окошечках орден. Считай вторую страницу. Нет, опыт выбрасывает, кучу опыта. Его здесь даже очень много. Ты получаешь его? Нет. Я весь что-то получил. Что за магия? Я рядом с тобой получал какое-то время. Почти все получил. Сзади меня секретный... как это назвать? Секретный бассейн. Ты можешь прыгнуть в него и получить опыт Mind Messons. Игра закончена, написано. Мы закончили игру. Вот так просто. Да. Все? Да. Попробуй сюда прыгнуть. Все, мы закончили, то есть больше, ну да, наверное, на этом квест закончили. Я хочу вторую часть, срочно, от этого человека. Это было клёво, да. Мы не все прошли правильно, но это было клёво. Иногда жульничали, но надеюсь, в комментариях там напишут уже кролику, что там будет. Прочитай, как там написано, что это Game Over. Game Over, ну-ка, прогружается. Game complete. Fill your soul. Отлично, мы наполнились душой. Во имя хаоса! Ну что, что носатый, не понимаешь, что происходит, да? Не понимаешь? Хаос пришел на землю. Берем сундук. Ворон сундук. В лаву. А, нету, тут нету воды. А ты как думал? Все, мы сдохли. Я поплавал. Мы в отеле.
Анна оказались в отеле. Поэтому, ребят, спасибо большое, что посмотрели нас. Надеюсь, вам карта очень понравилась. Мы пойдем. Всем... Ну, можете подписаться на наш канал, оставить комментарий, ставить пальцы. Также подписаться на канал Гугтуна. Обязательно пройдите по нему. По ссылке я все это внизу оставлю. Несколько серий, наверняка же это не одну серию все занимает. Мы пойдем. Мы еще наверняка вернемся с другими крутыми картами, такие же с пазлами. С пазлами мне очень понравилось, а не просто такой адвенчур. Кидайте ссылки в описании на новые карты. Такого вот плана. Просто замечательнейшая карта. Ладно, спасибо большое, мы пойдем. Всем удачи, всем пока-пока. Пока! Все, закончил запись. Это была охренительная карта. Да, так, карта клевая. К сожалению. Я решил пройтись дальше по дорожке, которая куда-то, может быть, приведет. Не убегай, я сейчас приду. Сейчас. Тут коровки бегают. Просто коровки? И написано, что закрыто тут. Тут должны быть доки, но они закрыты. А, все. Идет дождь. Надо было взять лодочек и поплыть куда-то еще. Я думаю, что это типа он для, как раз, может быть, для второй части что-то сделал. Что теперь мы будем масонами и всех убивать.